С каждой новой серией в нашу больницу приходит все больше и больше странных персонажей. И их всех нужно вылечить, ты представляешь? Всем нужна помощь. Вот у нас чувак с кастрюлей на голове, а тут у нас какой-то... Слушай, один клоун. Вот тут еще один клоун, по-моему, он что-то странное пытается сделать. Чувак, у тебя вообще все в порядке, да? Наверное, у него все в порядке. Это Two Point Hospital, мы с тобой вернулись. И, к сожалению, я вижу, что у нас очень мало кабинетов для всех наших посетителей. А для того, чтобы расширить нашу больницу, нам нужно больше денег. Ну и, конечно же, чтобы Two Point Hospital выходили почаще, выходили, ну, в смысле серии, обязательно поддержи ролик лайком. Больше лайков, быстрее выйдет новая серия. Значит, нам сейчас нужно разобраться отчет о проверке. Ага, мистер Джобсворт прислал вам отчет. Отчет о своем недавнем визите. В нем 30 страниц, поэтому не стали читать. Задание нужно важное. Остался доволен приятной обстановкой. Награда 5000. Ну, и то спасибо. У нас тут много ребят хотят прийти к нам полечиться, но пока что мы не можем их принять. Денежные средства заканчиваются. Похоже, на оплату счетов уже не хватит. Может, вам стоит взять заем? Нет! Я не хочу пока ничего брать. Ты что, издеваешься? Повышение ждет повышение, чувак. Подожди. Как-нибудь потом я тебя повышу. Повышу. Как видишь, у нас заканчиваются денежки. Заем брать я пока не хочу. Мне кажется, что нам нужно поработать пока с нашими вот этими персонажами. И знаешь, что я думаю сделать? У нас тут есть обучение. У нас тут есть место, где можно обучать наших сотрудников. Я думаю, может, кого-нибудь отправим на обучение, а потом уже будем... Это что сейчас было с деревьями, алло? Так, подожди. У нас открылась, кстати, вот у нас открылась больничка. Что это? Кто это? Ты что тут делаешь? Ага, медсестра, но у нас, наверное, тоже хочет повышения. Я понимаю, дорогая, ты понимаешь, у нас 25 тысяч осталось. Пока что нет, пока что нельзя. Так, диагностический стол тут занимаются. Тут у нас вот обучение проходит, да? Давай посмотрим. Значит, кафедра психиатрии. У нас тут проводят всякие интересные штуки, но я не хочу пока это все трогать. У нас идет обучение сотрудников. И, как видишь, у нас однозвездочная больница. Обучить не менее 3 сотрудников и повысить не менее 3 сотрудников. В кабинете врача общей практики образовалась очередь построить еще один кабинет. Да я понимаю, что есть смысл, но понимаешь, чувак, общая практика. Хорошо, давай, раз ты просишь, ну, будем строить. Здесь у нас будет дверца, наверное, тут разместим. Давай вообще посмотрим, сколько у нас человек придет к нашему врачу. Так, давай здесь. Ну, не будем сейчас много денег тратить на украшения, потому что, блин, у нас будет очень мало денег потом. Так, врач общей практики, ого, уровень престижа, это чудесно. Сюда, что бы нам еще разместить? Автоматы с леденцами, леденцы с автоматами. Так, давай вот здесь. Вдруг кто-нибудь захочет себе автоматик купить. Ну, в смысле, леденчик в автоматике. И растение. Обязательно у нас должно быть хоть какое-нибудь растение. О, прибыль 260. Ты понимаешь, что это значит? Это значит, что у нас полная задница. Нет, я не хочу прерывать. Я хочу... В смысле? А, мы не можем построить, потому что у нас денег нет. Это капец. Это просто полный капец. 9 тысяч, отлично. Хорошо, а где нам теперь врача взять для этой общей практики? Предметы, давай 4 тысячи. Возможно, у нас слишком много санитаров, некоторые сидят без работы. Слушай, я с тобой согласна, может, кого-нибудь давай уволим? Лавочка, раз. И давай, может быть... О-оу. А, вон бежит, я уже хотела сказать, что у нас уже врач куда-то делся. Пройден курс обучения, это хорошо. Давай посмотрим вообще, что у нас здесь. Повысить не сейчас, да, чувак, прости, пожалуйста, я бы с радостью тебя повысила, но нет. Места для сидения есть, я предлагаю, может быть, еще парочку каких-то предметов. Давай автомат поставим с энергетиками и автомат с легкими закусками. Перейдем-ка, наверное, к нашим сотрудникам. Кто у нас тут все? Врачей 7, санитара 3. А что, у нас многовато, да, думаете? Ганнибал вон. Что, тебя уволить? Я не знаю, надо, не надо, знаете, что во вкладке финансы. Я бы попрокачивала, раз наши санитары, забавно звучит. Раз наши санитары ничего не делают, то, может быть, их можно будет качнуть. Фармакология, курс, терапия, особенности обслуживания палат. Слушай, а может вот это возьмем? Ну, мы доступны у нас пока что, вот, медсестра. Давай тебя возьмем, начать обучение мы пока что не можем. Доступные обучаемые, доступное обучение. Ладно, фиг с тобой, давай посмотрим психиатрия. Диагностика. Можем, конечно, взять кого-нибудь на диагностику. Но, опять-таки, мы пока никого не можем взять. У нас, видимо, ни денег нет, ничего. Тебя нельзя? Не-а. Учебные классы. Блин. Диагностика, шмиагностика. Слушай, мотивация. Может, мы кого-то мотивируем? Доступные обучаемые. А ну, кого бы нам сейчас? У нас, может, медсестра?
заняться. А кого бы нам обучить? Медбрат? Кто у нас тут скучает? Откровенно. Медсестра? Давай медсестру возьмем. Начнем обучение. Нам все равно нужно это сделать. Мне не очень нравится, что у нас, конечно, настолько все загружено здесь. То есть у нас не хватает. Ага, 500. Кто-то нам 500 заплатил, просто диагноз поставил, бабки заработал. Слушай, у нас какая-то тут очень хитрая больница получается. Люди как-то ходят туда-сюда себе, куда-то вкладывают деньги. О, это кто? Это у нас мим, что ли? Слушай, реально это на мим похоже. Кто у нас здесь уже устроил себе лужицу? Кто? Какой засранец? Да я вижу, что у нас повышение сотрудника. Потерпи, сотрудник, скоро я тебя повышу. Слушай, давай еще один общий враг, врача общей практики разместим. Ну блин, реально мало места. Согласись, что мало. Точнее, места-то много, а вот врачей мало. Нам придется кого-то еще нанять. Может, они просто быстрее будут ставить диагноз, и тогда, типа, к нам будет больше народу приходить. И вообще будет зашибись. Надо как-то тут все покрасивее. О, награда ежегодный отчет. Я даже заглядывать в этот ежегодный отчет не хочу, потому что я знаю, что все плохо. Все очень плохо. Хотя надо быть более позитивным. Не-не-не-не-не-не, я не хочу ничего прерывать. Ты че? Игра. Анатомическое. Я уже заговариваться начинаю. Плакат давай повесим. Будем всех запугивать, чтобы они нам больше бабок несли. Так, хорошо. Нам здесь нужен врач. И нам нужна фиолетовая. У нас есть 100 долларов. А у нас 128 долларов есть, а мы можем только одну лавочку поставить. Прекрасно. Прекрасно. Слушай, наверное, мы должны врача сюда. А, есть врач. Все, идет, дядя врач идет. Не переживайте. У нас не хватает медсестры, сотрудники. Слушай, наверное, давай мы одного санитара чик-чик. Короче, ты у нас тут чё? Чик-чикаешь? Пересмотр зарплаты. Уволим тебя, да, мы тебя увольняем. Я лучше тогда возьму младшего работника. Пациенты. Список пациентов. А, это я знаю, спасибо. На которую серию нам уже написали, что такое администратор-санитар. Младший медработник. Кого возьмем? Ну, за 14, что у нас есть? Выстраиваются в очереди перед кабинетом, где работают младшие, но они заняты. Все, 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 не это самое, не кипишуть. Ага, 2-point radio. Полное 2-point radio. Предметы, давай разместим еще пару лавочек, а то они у нас стоят, потом, не знаю, кому-нибудь станет плохо. Кушайте, пожалуйста, конфеты, я лучше, не знаю, там, стоматолога потом найму, и все будет окей. Хорошо, здесь у нас практически полностью завершено обучение. Тут у нас не хватает Кто? Огрустнитель воздуха. Ну да, не слишком веселый. О, чувак. Чё-то тебе не очень хорошо. Фредвард. Фредвард, может быть, наем. Давай, наверное, младший медработник. 17. Ну, придется взять еще одного младшего медработника. Денежные средства заканчиваются. Похоже на оплату. Я знаю, спасибо. 20 тысяч, нормально пока что. Знаете ли вы, что список всех сотрудников можно посмотреть? Серьезно, чел, спасибо. Что-то мимо мне очень... Больница в долгах. Взять заем? Нет. Подожди, пока брать заем. Открыта мимикрия. Шрёдингер. Так называемый феномен мимо Шрёдингера. Психиатрия. Хорошо, значит, у нас сколько психиатров? У нас тутчки, один психиатр и тутчки психиатр, и у нас минус 700 долларов. Какая-то грустная у нас получается больница. Может быть, вы быстрее... Ой, кто-то умер. Кто-то умер, и теперь будет призрак у нас летать, это плохо дело. Знаешь, реально места как-то мало. Я думаю, что следующую больницу, когда мы будем строить, то мы, конечно, уже тут будем все размещать совершенно по-другому. Тысяч хотя бы есть. Заем брать я не хочу, потому что я прекрасно понимаю, как это будет плохо. Кому-то совсем плохо. 15 долларов. Блин, что бы вам такое поставить? Мне кажется, им надо что-нибудь, какие-нибудь еще предметы, чтобы они тратили свои деньги. Тратьте деньги, журнальная стойка. Ты купишь себе журнальчик? Пройден курс обучения мотивации. Спасибо. 32 тысячи, 33 тысячи. Так, у нас обучили трех сотрудников. Ну, давай кого-нибудь еще обучим. Кого мы можем обучить? Доступные курсы. Починка. Починку давай, наверное. Починка третья. Или механика. Не, наверное, не надо. Особенности обслуживания. Вот, давай вот этих возьмем. Медсестра. Но, с другой стороны, нет. Я думаю, что медсестру брать я не буду. Психиатрия, фармакология. Можно взять фармакологию. Хотя, блин, у нас там тоже проблемки. Наверное, надо кого-нибудь из санитаров. Механика, уход за больными, общая практика. Давай, может быть, общую практику. Хотя, блин, они нам деньги служат. Этих самых... служат. Деньги они нам приносят сейчас. Курс выносливости. О, вот курс выносливости.
приглашенный инструктор, хорошо. И кого мы будем вынашивать? Медбрат, старший санитар, ординатор. Давай старшего санитара. 5000, офигеть! $5000 на обучение, Карл! Блин, им все равно мало, ты понимаешь? Надо бы вот этих врачей, конечно, ты же понимаешь, надо бы их повысить, но мы сейчас кого-то отправим повышаться, и все, учитывая, как тут все это медленно делается. Последнего, да? Я с радостью кого-нибудь еще повышу, но... 7000 кому-то! Слушай, кто-то нам 7000 заплатил! Требуется обучить персонал. Спасибо! У нас получился новый кабинет, да, появляется? Лаборатория исправления клоун? Нет. Слушай, а у нас нет пока новых при этих самых? Мимикрия же у нас. Мимикрия, наверное, здесь она будет называться. Что у нас? Туалет? Кто-то хочет туалет? Давай здесь еще туалет сделаем. Пусть ходит здесь в туалет. Маленький кабинет разместим, но пусть будет. Мы будем сюда приманывать. Комната отдыха. Так. Прибыль 34, заметь, это хорошо. Так, туалетик. Тут разместим. Мы можем модернизировать флюорограф. Понимаешь, чувак, я с радостью модернизирую. Но понимаешь, в чем беда? Беда в том, что ты ее сейчас поставишь модернизировать, и все. Так, готово. Сушилка для рук можно здесь разместить. Блин, тогда давай еще один туалет. Туалетная... Что, серьезно? Нет, а, есть. Все, супер. Завершаем. 6700, блин. Ребят, вам надо в туалет, пожалуйста, подходите. А что у нас никто из санитаров не убирает? Господа санитары, надо убирать. Тут уже практически половина. Значит, здесь все работает. В принципе, особо никто не жалуется. Что у нас тут? Пульс-ускоритель. Вот тут достаточно много народу. Это... Слушай, а что нам нужно? Дать поручение санитару починить. Ага, у нас сломалось. Общая диагностика, кардиология. Наверное, нам придется сейчас еще и кардиологию построить. Тыц. Пульс-ускоритель. Потому что раз у нас пользуется спросом, то нужно ставить. Давай парочку. О, денежки появились. Слушай, у нас деньги начали появляться. Да ладно, блин, я уже думала, все, капец. Я бы тут еще, конечно, лавочку. Сразу нескольких сотрудников пустуют ячейки обучения. Раскрыть их потенциал, отвратить. Спасибо, мы понимаем. Понимаешь, чувак, тут проблема в том, что нам просто не хватает. Не хватает ни сотрудников, а сотрудник у нас уже, видимо, бежит. У нас не хватает. Для этого, знаете ли вы, что в вкладке «Финансы» можно посмотреть состояние дел. Да я состояние дел и без твоей вкладки вижу, чувак. Давай парочку фиолетовых. Тыц. Повышение. Сейчас повысим, не переживай. Я увижу, когда у нас будет много этих сам... Пройден курс. Ура! Мы это сделали! Мы обучили! Мы молодцы. Давай поставим, наверное, еще один автомат с легкими закусками. Будем так людей привлекать. Пусть подходят, покупают. О, флюорограф нуждается. Надо бы его повысить. О, так, крутись. 38 прибыль. Не, нормально. Где наш флюорограф? Тут у нас больной сидит, и флюорограф горит. У нас же есть, должны быть. Да-да-да-да-да, должно быть. Подожди, а кто тушить-то будет? Фух. Кто чинить будет? Давай чинить. Нам сейчас нужно, значит, еще один. Врач куда-то свалил. Прекрасно. Предлагаю тогда... Может быть, мы сейчас, конечно, кого-то повысим. Давай смотреть. Повышение сотрудников. Медсестра. Ну, давай повысим. Требуется обучить. Очень опытная сотрудница. Вообще, можно повысить до врача. Давай обучим. А, что мы тебе... Куда мы тебя будем обучать? Ты у нас ординатор. Так, она у нас психиатрия. Давай психиатрию ей будем повышать. Нет, тебе не надо? Психиатрия, давай. И кто у нас может? Приглашенный инструктор. 10 и 10. Ну хорошо, чувак. Если ты ее хорошо обучишь, я согласна тебе еще заплатить. Что мне еще нужно купить? Требуется повышение. Да я знаю. Общая диагностика. Мы уже врач общей практики. Наверное, нам придется сейчас еще и общую диагностику здесь поставить. Раз у нас то горит, а это горит. Тыц. Готово. Давай вот сюда. Оп. Симпатично, симпатично. Парочку шкафчиков. Блин, хорошо, когда у нас не в нуль... Это что такое сейчас? Вот это что? Оп. Хорошо, что у нас уже больше, ну, в плюс ушла наша зарплата, потому что, блин, это был бы полный капец. Как думаешь, если я здесь размещу еще и конфетки, кто-нибудь сагрится из посетителей? Будут же они кушать конфетки? Есть, готово. Мы можем модернизировать флюорограф. Он горит! Что ты собираешься модернизировать? Его сначала должны успокоить, этот флюорограф. Раз. И два. Кому нужно, заходите.
У нас, как видишь, пока что вроде бы кабинет вот один пустует. И здесь у нас проходит обучение, которое будет, видимо, проходить очень долго. Может быть, кого-нибудь... Давай наймем кого-нибудь из врачей. Что-то вы слишком дорогие какие-то. Вот. Вот тебя возьмем. 34. Блин, не туда бросили, но сейчас она добежит. Здесь не хватает, там не хватает. Чё-то никто ничего не убирает. Здесь все отлично. 58 тысяч. Повышение. Интерн-ординатор. Одна ячейка обучения, скорость ходьбы. Давай повысим. Оп. Дорогой заведующий, одна звездочная больница. Поздравляем. Филиал министерства дарит вам одну золотую звезду. Хорошо. 10 тысяч. Ура! Это супер. Такс. Разблокирована регистратура. Серьезно, блин? Нет, можно, конечно, еще одну добавить, но зачем? У нас только один здесь центральный вход. Здесь центрального входа нет. Слушай, у нас получается 31 тысяча отклонения в развитии. Примерно, 37 тысяч у нас расход. Ну, многовато. Кстати, давай посмотрим, что у нас новое открывается. Вернемся в нашу больницу. Ух ты! Ух ты ж какая! Доступна больница в Миттенском университете. Хорошо. Спасибо. Но я пока что туда переходить не хочу. Я хочу все-таки постараться хотя бы до нескольких звездочек дойти. Я не знаю, до трех или не до трех. Супервирус. У нас же скоро, наверное, пойдут боли. У нас еще верхние тормашки появились. Прекрасно. То есть, смотри, у нас будет выбор. Либо верхние тормашки, либо пойдем вот туда. В митинги. Окей, спасибо, мы посмотрели. А есть еще какие-то больнички? Или нам все? Больше не нужно. Открыт режим песочницы, свободная игра. Выбирайте настройки и стройте больницы. В режим песочницы можно пройти с главного меню. Спасибо. Спасибо, знаю. Кстати, можно будет как-нибудь построить чисто свою больницу. Возвращаемся. Возвращаемся, давай, продолжить. Так, здесь все плохо, да? Здесь у нас... О, кого-то вылечили. Ну, благо, хоть кого-то мы вылечиваем. А, здесь нам не хватает врача. Давай, может быть, кого-нибудь еще на... так, 22. Что ты у нас можешь делать? Терапия, мастер-класс по обучению. Блин, ну мне жаба давит столько. Курс выносливости... Диагностика. Общая практика. Давай тебя возьмем. Ты у нас пойди позанимайся кем-нибудь. Если что, я тебя переброшу просто. Заметьте, общая практика у нас капец как занята. Здесь очередь 8 персонажей. Серьезно? 8? А почему нельзя сюда? Может мне указатель какой-то разместить? 6. А здесь врач вообще свалил. Врач думает, нахрена мне тут сидеть? Я пойду себе погуляю. Мне тут делать нечего. Тут почему пусто? Чем пустуем? Давай посмотрим, что у нас в кабинетах. То есть у нас еще открылось 6 сотрудников повысить. 6 сотрудников, Карл. Каких 6? Регистратура. А ну давай посмотрим. О, то есть у нас отдельным кабинетом регистратура. И че? Смотри, мы можем расширить, знаете ли вы, что строительство новых корпусов больницы. Да это больше не интересно. Оп, давай вот такую регистратуру. Блин, прикольно. Вот здесь будет проход. Вот тут будет сидеть тетенька, невозможно добраться. Спасибо, то есть у нас теперь кривая будет эта регистратура. Нет, да, отменить. Давай заново построим. Регистратура. Ну, давай, может быть, как-то вот... Мне не очень нравится такая. Оп. Блин, она кривая получается, регистратура. Что-то такая кривая. Вот, вот так, наверное, будет получше. Здесь вход, здесь сюда. Ну, кривая и кривая, расположить нельзя. Может быть, мы можем как-то тебя... Здесь не хочешь? Да ладно, мне одной хватит. Шкафчик для бумаг. Ух ты. Оп. Здесь пару шкафчиков разместим. Так, ну 25. Прибыль тоже неплохо. Корзина для бумаг и растения. Но обязательно. Должно быть красиво все. О, смотри, как симпатично. Криво, но симпатично. Кривая регистратура горит. Согласись, пригорает. 71 тысяча. Так, пройден курс обучения психиатрии 2 уровня. Отлично. Общественное мнение только что вышло в эфир со своим последним репортажем. Лишь упомянула, что наша больница существует и перешла к другим темам. Ах ты сволочь такая. Ладно, шучу, повышение. Ну, хорошо, после повышения с 14 до 16 можно. Требуется обучение, очень опытная сотрудница. Хорошо, давай мы тебя обучим. Что мы тебе можем предложить? Значит, диагностика, полная готовность. Диагностика 2 или же... Эмоциональный интеллект, уход за больными, мастер-класс. Общая терапия давай возьмем. 3 белых козла. Хорошо.
15 тысяч, ну давай заплатим, понимаешь, если мы сейчас возьмем кого-то из наших врачей, то у нас вообще никто работать не будет. А чё никто сюда не выходит? Смотрите, тут так красиво, уважаемые посетители. Тут 7, тут очереди нет, и тут очереди тоже нет. Чё за дичь? О, что у нас, требуется обучить персонал, да я понимаю. Сколько ты хочешь? С 22 до 25, ну, думаю, можем пока себе позволить. С 14 до 16 можем, с 17... может, кого-то парикмахерский квартет? С 16 до 20 это дорого. Парикмахерский квартет. 180 дней. Так, после того, как рок-концерта в Тупойнте, учечка. Готов заплатить за лечение. Вылечить сплин. Психиатрия. Кабинет психиатрии. Так, давай, наверное, еще один кабинет психиатрии здесь разместим. Можно, в принципе, попробовать. Не знаю, получится у нас или нет. Мы можем модернизировать флерограф. Сейчас модернизируем. Тихо, не очкуй. Сейчас все будет. Так, дверца тут. Размещаем, значит, тыц. Тыц. Оп. Вообще желательно тут, наверное, иметь окошечко. Ну, какое у нас окошечко? Повысить уровень до 9. Хорошо. Размещаем. Раз, два. Отлично, уровень престижа вырос. Это то, что нужно. Знаешь, будем ставить поближе эти самые мусорки, потому что если вдруг кто-то в кабинете психиатра начнет плакать, то могут и умыться, и поплакать, и выбросить платочки, и леденец скушать, если захочется. Супер же. Растения обязательно. Во всех американских фильмах, где есть эти психиатры, психологи, у них там, конечно же, всякие плакатики висят, и цветочки-василечки, и сами кабинеты, наверное, стоят бешеных бабок. Мне нужен еще один врач, причем с хорошей психиатрией. Ну, в смысле, с хорошо развитой психиатрией. Что, таракан? Фу-фу-фу-фу-фу. Тихо, тихо, это что такое? Ну, подожди, это что? Фу, какая гадость, сотрудники, где вы? Почему вы не занимаетесь нашими тараканами? Ну, не нашими тараканами, это не мои тараканы. Почему вы не травите тараканов? Смотри, здесь можно сделать типа холод такой. Очень странно тут, странный расчет идет. Тыц, вот так. Сохранение прошло, это у нас... Я думаю, что игра иногда подвисает? Это у нас сохранение так проходит. Оп, здесь можно покушать. Здесь можно мусор выбросить и не мусорить, где только можно. Давай тут стоечку. Ну смотри, если сейчас кто-то к нам придет, давай сейчас, наверное, этот квартет примем. Вот, у нас, смотри, теперь все зеленое. Во, туточки, туточки. О, юточка, туточки. А кто здесь вот это убирать будет, а? Скажи, пожалуйста. Я, что ли? Блин, надо как-то покрасивее сделать реально нашу больницу, потому что, как ты понимаешь, у нас... так, минус 90. Может, они поэтому к нам и не приходят, потому что у нас тут меньше, мало юки находится. Юки-шмюки. Здесь, наверное, тоже разместим. 97 тысяч. Ну, по крайней мере, пока что у нас все окей. Оп, хорошо. Может быть, нам что-то еще прикупить? Давай посмотрим, что есть кактус. 200к, блин, у нас мало. У нас 185. Коврики, фонтанчики, плакат строения мозга. Серость, плакат в кабинете врача общей практики, образовалась очередь. Ну так подходите поближе. Кабинеты. Опять общая практика, понимаешь? Ну хорошо, давай еще одну. Еще хочешь? Окей, я согласна. Я перемещаю здесь все эти предметы. И вот тут сейчас размещу кабинет. Так, переносим сюда. Подходите, покупайте здесь теперь. Вот, смотри, сейчас тут сделаем кабинет. И этот свалил куда-то журнал себе почитать. Вот же ж люди-то. Предлагает это... Да-да. Я хочу сейчас вот этот кабинет модернизировать, редактировать точнее. Можно мне... Давай-ка, куда нам эту сидулку? Сидушка, давай здесь ты будешь стоять. Вот просто в центре. Вот я захотела тебя здесь разместить, и будешь здесь. Вот, отлично. Все, меня все устраивает. Теперь давай смотреть, как бы нам тут кабинетик-то разместить? Я так понимаю, что врач общей практики — это то, что нужно. Это самый популярный врач. Оп, супер. Мадемуазель, вам надо сваливать отсюда. Вот так разместим. Так, выручка. Ну, прибыль хотя бы 31, это уже радует. Тыц, мусорка. Есть, я надеюсь, что у нас сейчас никто не умер. Из наших посетителей давай сюда. Ну-ка, аппарат с леденцами. Обязательно всем размещаем аппарат с леденцами, потому что быстрее, наверное, получим этого самого. Анатомическая модель можем здесь добавить. Быстрее получим стоматолога. Все пусть кушают. Слушай, а можно было бы сделать хитрый план у нас, может быть. Мы сейчас размещаем побольше конфетных ларечков. Они у нас накупают конфет, и потом просто
побольше стоматологов, и все. Продать неподходящие, да, конечно. Целую соточку сейчас выгадаем. Наем. Врачи 27, 22. Нам общие практики, да, диагностика. Общая практика. Подожди, общие же практики, да, общие практики. Нам нужен сейчас общий практикант. Вот, общая практика. 35, блин, ты дорогой. Вот тебя возьмем. Отправляйся сюда. У нас тут одинокая скамеечка, а я не очень люблю одинокие скамеечки, поэтому пусть у нас две скамеечки будут здесь скучать. О-о-о. Смотри, сейчас мы здесь размещаем мусорку, а здесь мы размещаем Юку. И у нас уже, смотри, как красиво. Не знаю, почему у нас тут в центре находится Юка, и вообще, почему у нас здесь в центре находятся скамеечки, вот такие две одинокие, но уже неплохо. Очереди здесь начинают собираться. Начинают здесь собираться очереди. Вот, видишь, здесь 6. А можно, чтобы наша регистратура туда отправляла людей? Вот сюда, пожалуйста. Вот смотрите, тут еще один врач есть. Психиатр наш сбежал, ему здесь делать нечего. Повысить 6 сотрудников. Ну давай попробуем, кого мы можем повысить. Повышение. С 22 можно повысить, хорошо, повышение. С 17 до 20, все. Блин, еще одного надо. Что, издеваешься, игра? Ну, давай повышение. Давай. Хорошо, я сегодня очень щедрая. Игра, запомни, пожалуйста, что я действительно очень щедрая. Сразу нескольких пустуют ячейки обучения. Сейчас обучим, не переживай. А кого бы мы могли доступные курсы? Это мы знаем. Доступные инструкторы. А какой бы нам курс взять? Терапия. Я бы хотела особенности обслуживания палат. Кого можем взять? Хотя нет, палаты, понимаешь, это специфичная диагностика второго уровня. Кого? Ну вот ты у нас будешь, хорошо. Придется платить за них. И возьмем кого? Медсестра. Давай медсестра. Зачем, правда, медсестре? Ну, давай мы медсестру отправим. Пусть работают. И здесь у нас, я так понимаю, что палаты надо еще увеличить. Ух, уходюшки. Слушай, а где же нам палаты-то разместить? Нам нужно 3 на 3. А нам можно вообще вот этот кабинет переместить? Продать высокие, настроить, редактировать. Вот я бы хотела это все перенести, но я так понимаю, что мы это переместить, добавить кабинет, убрать из кабинета. Мы это не можем все переместить. А у нас тут 1, 2, 3... Угу. Это беда. Можно, конечно, вот здесь. Слушай, а давай здесь им холод уберем. Да, прервать изменения. Давай вот это все перемещать. Вот где-нибудь здесь поставим. Ну, будет немножечко поближе. Отходи давай! Мешают. Звездный рейтинг каждый. Да я знаю про звездный рейтинг. Спасибо, что рассказываете, а то мы же не знали. Надо здесь сейчас это все перемещать. Пришлось еще уменьшить тут проход, потому что изначально я думала, я сделаю все-таки 4 на 3, но пришлось сделать 4 на 4 нашу палату. И я так понимаю, что нам нужно срочно будет нанять младшего работника. 29! 23! Может быть, ты нам подойдешь? Мастер-класс, фармакология, курс выносливости, мотивация. Вот, особенно... Блин, 22 тысячи. Короче, иди работай. У нас вот здесь получилось место для сидения, но у нас тут все могут отдыхать. 6 человек в очереди, ты представляешь? 6 человек, Карл. Ну, по крайней мере, у нас вроде бы все красивое, зелененькое, предметы. Что мы можем здесь разместить? Давай парочку все-таки фонтанчиков поставим. Ну, типа, идут, пить хотят, а мы тут как бы пить им не даем. Попробуем сейчас взять вот это задание. Не знаю, конечно, удастся нам это сейчас сделать или нет. Где у нас тут? Обучить 6 сотрудников. У этих все еще идет обучение. Давай попробуем задать... Ага, вот, задача от сотрудника. Так, я, в общем, не из тех, та-та-та-та-та, вылечим задачу, вылечить не менее 10 пациентов, 90 дней. Давай попробуем. Я не знаю, что получится, не получится. Мы можем модернизировать флюорограф. Серьезно? Ну, давай его модернизируем, но мы не можем модернизировать. Нам нужен санитар с квалификацией механика, а у нас такого нет. О-оу. 3-4, понятно, 26 починка. У нас, кстати, вот 13 есть починка и 11 даже. Давай вот тебя возьмем. И ты у нас, наверное, займись. Не, не хочешь? Хочешь, не хочешь? Общая диагностика, подожди-ка. А что ты не хочешь? 37 дней. Модернизацию делает санитар с механикой... Вот с этим. С навыком механика. Мы двух пока вылечили. Подожди, за 9 дней мы можем вылечить только двух этих самых посетителей. Это плохо. Это мало, и это плохо. Кто нам здесь нужен? Диагностический стол. Мне кажется, может быть, нам кого-то еще нанять нужно. Здесь это вообще сидит, втыкает. Что тут где? Фея. Фея Блан-Манже. Ты вообще тут как? Отдыхаешь? Слушай, у нас забиты койки. У нас все здесь забито. Нам нужно действительно еще... О, еще, по-моему, нескольких. Ну, за 16 дней мы уже половину выполнили. Поэтому я думаю, что за 90 дней мы просто на изи все сделаем.
Но у нас мало места. Я тут решила им сделать эту зону для сидения. Нафига им эта зона для сидения? Хотя смотрю, что здесь сидят. Давай вот здесь я еще симметрично хочу так поставить. Мне очень нравится такое вот размещение. Автомат, шмавтомат. Что у нас тут есть? С энергетиками. Давай. Пусть пьют энергетики. Закрывает окно наш энергетик. 7 из 10. Хорошо. Хоть кого-то мы можем вылечить. У них тут есть где посидеть. Тебя мы не смогли вылечить? Лечение не помогло. Что у тебя вообще с этим? Монобровь. Мне его очень жаль. Мне кажется, Даша предшественница. Это, конечно, здорово. Мы можем сейчас нанять, мне кажется, еще одного младшего. Пройден курс диагностика. Отлично, отлично. Эдвард Цукини. Что, все? Мы сделали? Мы молодцы? Оскар Мюсли. Может быть, нам Мюсли взять? Ты у нас кто? Вообще эмоциональный интеллект, обслуживание палат и терапия. Давай, может быть, возьмем... Мне бы на кардиолог нужен. Но это мне все не надо. Так, давай смотреть. Блин, 250 тысяч мы накопили. Попрошу. Попрошу. Предлагаю нанять еще одного врача. Смотри. Причем я не хочу сейчас сильно возьмем тебя. Пусть у нас будет несколько людей, кто у нас психиатры и так далее. И я предлагаю посмотреть, кого мы еще можем здесь обучить. Так, переходим. Ну что, психиатрия, третий уровень. Обалдеть. Ну, третий уровень не хочу. Нет, пока не буду. Диагностика, давай... Второго уровня, это важнее нам сейчас. Кто у нас? Ну, будем приглашать, и что делать? Двух мы можем, да? Доктор, ну давай тебя, доктор. Начинаем обучение. Мы наняли сейчас одного сотрудника, у нас прибыль 88 тысяч. Это просто шикардус. Шикардосович. Значит, здесь у нас кто-то уже работает. Тут, кстати, обрати внимание, у нас практически нет очереди. Вот, супер, кто-то нам письмо прислал. Что у нас здесь? Срок использования 90 дней. Задача вылечить, мы молодцы. Повышение сотрудников. Мы уже повысили, кого надо было. Требуется обучить. Пока не могу обучить. Извини, пожалуйста. Парикмахерский квартет. 180. Вылечить 4 сплин. Психиатрия. 3 в больнице. Ну, в принципе... Давай посмотрим, что у нас тут психиатров. Так, у тебя тут все в порядке. Тут тоже есть. Ну, и здесь у нас есть чувак, который скучает. Давай попробуем. Да-да, нет-нет, как говорится. Выйдет, не выйдет. Лечение не помогло. Ноль. Да, все поможет, не переживай. Они здесь. О-оу. О-оу. Я не люблю, когда они здесь. Требуется обучить. Это что с головой? Это что, палец у тебя влез? Повышение сотруд парикмахерский квартет. Да у нас-то есть. Они готовы заплатить за лечение. Семьи, хорошо. А мы сейчас это и делаем. Лечение не помогло. 0-0. Заходите, пожалуйста. Опять. Смотри, только я начинаю принимать людей. У нас врача надо. Надо еще один врач. Надо врач. 35 тысяч, что ты у нас? Курс выносливости. 252 тысячи нам позволяют... Блин, а у нас нет ни одного психиатра. Давай вот этого покруче возьмем. Занимайся здесь. Ну-ка. Где наш парикмахерский квартет? А, открыта новая сплин, вот. Рок-звезды. Дорогие мои рок-звезды, пожалуйста, не надо тут рок-н-ролльничать у нас в больнице. Что мы можем прикупить? Давай с напиткой. Нет, напитки нам не надо. Давай, может быть, с легкими закусками. Легкие. Ага, мы тут не разместим. Тогда давай автомат с леденцами. Нет, у нас тут не есть. Тогда растение. Ты что? Растение не можешь встать на... Не хочет. Ну, не хочешь, как хочешь. Я бы хотела как-то озеленить немножечко нашу больницу. Вот, кстати, например, вот здесь. Можно здесь озелениться? Ой, чувствую, у нас какое-то растение, по-моему, дало дуба. Так, вот здесь. Ну, здесь у нас, в принципе, все зелено и красиво. Никто не ухаживает, понимаешь, за растениями. Ну-ка. А что у нас никто не ухаживает? Что никто этим не... А, не надо мне кресло психиатра. Мы можем что с ним взять? Продать и дать поручение санитару. У нас, кстати, где все наши санитары? Блин, 300 тысяч у нас есть. 60 тысяч! Расходы 52. Одному лечение помогло, одному лечение не помогло. Плохо. Так, что я хотела сделать? Психиатры у нас есть. Ага, двух вылечили, отлично. А нам нужно 4... Слушай, а как так-то? Мы можем модернизировать аппарат флюорограф. Хорошо, давай его модернизируем, но понимаешь, у нас как бы... У Юки все в порядке? Давайте тоже вызовем. Мы не можем эффективность диагностики. Улучшение механика. Стоимость 10 тысяч. А почему мы не можем? Давай попробуем еще нанять кого-то. Санитары. О, охота на привидений. Кто у нас тут эмоциональный интеллект, администраторы? Ну, у нас некого пока нанимать, понимаешь, чем беда? Печалька. Кого-то вылечили? Да? В смысле?
Прекрасно! Парикмахерский квартет идет на поправку. Задача... О, супер, мы 3 из 4. Ну, к сожалению, одному не помогло, ну, всякое бывает. Все же может быть, да, согласись. У нас что-то новое, санитарный... Санитарная инспекция. Что у тебя с волосами, дамочка? У тебя что-то странное с волосами. Ну, хорошо, пусть к нам сейчас придет этот наш санитарный... О, причапал, да? Блин, чувак, ты можешь не хвататься за свой живот, когда здесь этот инспектор ходит? Покажи всю радость. Призраки еще. Надо нанять какого-нибудь санитара, который за призраками будет гоняться. Давай тебя возьмем. Охота на привидений, ты можешь больше сделать, давай бегом. Ghostbusters, давай наваляем здесь. Покажи, как надо делать, покажи, как надо работать. А, через 3 дня, фух, я уже перепугалась. Диагностика 3 уровня, мы прошли обучение. Что-то ты как-то наркоманишь, челик. Все, все прошли. Значит, я хочу что сделать? Психиатрия, диагностика. Давай попробуем диагностика 3. Кто у нас будет? Ну, понятное дело, придется тебя брать. Давай тебя. Пусть у нас будет какое-нибудь привидение туда. К нам в больницу едет инспектор. Ох, не хочу я тебя видеть, инспектор. Я знаю, что ты сейчас нас раскритикуешь, но может быть ты о нас нара... Это ты, инспектор, да? А ну стоять. Направляется в регистратуру. Зина Мур. Знаете ли вы, что список всех сотрудников можно посмотреть? Спасибо, знаем. Я думаю, что мы с тобой на нашего санитарного инспектора посмотрим уже в следующей серии. Ты посмотри, у нас тут кто-то бегает. Что это с головой? Слушай, кто-то врача так напугал, что он здесь просто убегает. Но я надеюсь, что никто у нас от нашего инспектора убегать не будет. Может быть, кто-то призрака увидел действительно и решили сбежать. Надеюсь, тебе понравилась эта серия. Увидимся скоро в нашем Two Point Hospital. До скорых встреч. Не забывай ставить лайк. Пока-пока.